Я всегда думаю о публике, прежде чем формирую ту или иную программу. Потому что для меня казанская публика – это святое. И можно было бы сыграть всех этих авторов. Публика к этому как минимум должна быть готова, понимаете? Я же не только развиваю оркестр, я развиваю культурное пространство вокруг. И если я ставлю те или иные сочинения для этих слушателей, для наших, понимаете, уже даже искушенных, у меня есть определенная цель. Знаете какая? Вот если говорить о Конкорде. На Конкорде за 3 года прозвучало 90% премьер сочинений, которые действительно были написаны 50-60 и более лет назад. Но они ни разу в Казани не исполнялись. Они вообще исполнялись в мире? Конечно. Просто в Казани не слышали. Ну смотри, прелюдия, фуга и рифы Бернстайн. Ну конечно, игрались, естественно. В мире. С 52-го года. Миллиарды раз. Да. Интернет заваленный. В Казани это не исполнялось. Угу. Симфонию для духовых Хиндемит, допустим. Да? Ну вот такие специфические вещи. Понимаете? У меня нет цели эпатировать публику и говорить. Я знаю таких художников, которые там дружат с теми-то. Значит, они привозят там таких-то композиторов, таких-то. Давайте сначала восполним тот пробел, который реально у нас существует. И Конкордия – это не фестиваль эпатажа. И музыки, которую люди вообще воспринимать сейчас не могут. Не потому, что они такие вот необразованные, а потому что, я не знаю, ребенка нельзя сосисками кормить. Ну все от простого к сложному даже. Абсолютно. И я в этом смысле, так же как и в любой другой сфере, я стараюсь быть последовательным. И поэтому на Конкордию я выстраиваю программу таким образом. Просто у нас у публики какой-то большой кусок, он пропущен. Совершенно верно. Но пиар-то, ну я не знаю, ну не так часто тут играли. Но сочинения, которые в этом году звучали, тот же «Рыцарь на белом коне», его играли здесь? Нет. Байдулин? Конечно, нет. Оливьера. Но снова что играли вообще? Так в том-то и дело. Поэтому это пишут люди, которые, я с ними согласен, друзья мои. Ну давайте сначала воспитаем людей к восприятию современной музыки, чтобы у них не было сразу рвотного отторжения, понимаете? Они должны последовательно впитать и понять, что сначала был Рихард Штраус, а потом из него внезапно, вот так вот как-то неоромантическим способом, вырос Шёнберг. Понимаешь? А потом уже пошла нововенская школа, и пошел полный авангард, маразм и разрушение всего. Но подождите, надо сначала как-то людей приучить к тому, что... Да, чтобы они не воспринимали это оторванно, чтобы это систематично укладывалось в их представление. Поэтому у меня нет цели делать фестиваль Конкордия фестивалем там, каких-то супер премьеры, привозить сюда. Но извините, кончели не было в Казани никогда.